Всем привет! Сегодня будет небольшой обзор соковыжималки Panasonic MJL500. В комплекте документация, щетка для очистки, насадка для приготовления десертов из замороженных продуктов, горловина, сама соковыжималка с чашей, две емкости для сока и жмыха и толкатель. Не считая основной блок, сборка соковыжималки состоит из четырех элементов. Это чаша, которая ставится по нижнему указателю, фильтр с вращающейся щеткой или насадка для замороженных продуктов. Устанавливаются они по верхнему указателю. Шнек устанавливается в центр чаши, а загрузочная трубка по верхнему указателю с поворотом вправо. Переключатель, кроме включения и выключения, позволяет воспользоваться режимом реверса. Носик для сока имеет резиновую заглушку, и если емкость наполнится, вы можете не беспокоиться, что сок прольется. Попробуем выжать немного сока из разных продуктов. Для начала попробуем яблоки красные. Сами по себе они достаточно мягкие, сладкие. Сок в итоге из этих яблок не получился, получилось пюре. Яблоки фасованные, они достаточно жесткие, на вкус кисловатые. Сок из них получается отличный, с мякотью все идеально. Сок из апельсинов порадовал очень сильно. Если вы фанат апельсинового свежевыжатого сока, то, безусловно, это просто отличный результат. Качество сока выше всех похвал. Это значительно лучше, чем пакетированные соки с меньшим количеством лимонной кислоты, которая присутствует в пакетированных соках и тем самым очень сильно портит вкус. Но, опять же, имеет смысл, если у вас много фруктов, которые можно перевести на сок. Если их очень мало, то смысл покупки такой соковыжималки сразу теряется. Выжатый сок получается с мякотью. И если вы будете пытаться выжать сок из мягких фруктов, которые по консистенции как банан, персик, нектарин или мягкие яблоки, то вместо сока получится пюре. Изначально мы рассчитывали сделать сок из разных яблок и апельсинов, но в итоге из некоторых яблок получился сок, а из некоторых пюре. Поэтому, покупая продукты для сока, обращайте на это внимание. Для цитрусовых соковыжималка показала себя просто отлично. Отжимает хорошо, жмых слегка влажный и полученный сок оправдывает ожидания. При отжиме сока из фруктов или ягод, которые содержат большие косточки, то их необходимо заранее удалить. Иначе это может повредить соковыжималку. Что порадовало? Так это то, что она легко собирается, разбирается, все элементы легко моются, и это сильно экономит время обслуживания. Плюс маленькое энергопотребление, тихая работа, и она относительно компактна. К минусам я бы отнес узкое отверстие в горловине. По этой причине приходится мелко нарезать продукты перед загрузкой. Безусловно, это одно из самых лучших приобретений на рынке, которое сейчас присутствует. Это не самое дорогое, не самое дешевое решение среди шнековых соковыжималок, но при этом это одно из самых практичных решений и, наверное, является одной из тех соковыжималок, которых можно назвать золотой серединой для выбора.